На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру. Зенин Антон, 9 лет. Отрывок из поэмы Твардовского Василий Теркин. Книга про бойца. Твардовский. Из книги про бойца Василий Теркин. Теркин пишет. И могу вам сообщить из своей палаты, что большой любитель жить. Выжил я, ребята. И хотя натер бока, наряжался лежнем. Говорят, зато нога будет лучше прежней. И намерен я опять вскоре без подмоги той ногой траву топтать, встав на обе ноги. Озабочен я сейчас лишь одной задачей, чтоб попасть в родную часть, никуда иначе. С нею жил и воевал, курс наук усвоил. Отступая, пыль глотал, наступая, снег черпал, валенками воин. И покуда что она для меня солдата, все на свете, все сполна, и родная сторона, и семья, и хата. И охота мне скорей к ней в ряды вклиниться, и, дождавшись добрых дней, по смоленщине своей, топать до границы. Впрочем, даже суть не в том, я скажу точнее, доведись другим путем, до конца идти, пойдем, где угодно с нею. Если ж пуля в третий раз клюнет насмерть злая, то, по крайности, средь вас, братцы, свой последний час встретить я желаю. Только с этим мы спешить без нужды не станем. Я большой любитель жить, как сказал заранее. И поскольку я спешу повстречаться с вами, генералу напишу теми же словами. Полагаю, генерал как-никак уважит. Он мне орден выдавал, просьбе не откажет. За письмом, надеюсь, вслед буду сам обратно. Ну и повару привет от меня двукратный. Пусть и впредь готовит так, заправляя жирно, чтоб в котле стоял черпак по команде смирно. И на том слова свои заключить хочу я, что великие бои, как погоду чую, так бывает у коня, чувство близкой свадьбы. До того большого дня мне без палок встать бы. Сплю скорей, дожду вестей. Все сказал до корки. Обнимаю вас, чертей, ваш Василий Теркин.